В Казахстане стали больше торговать. Так, объем розничной торговли в стоимостном выражении вырос на более чем 15% и превысил 6 триллионов тенге. За 9 месяцев текущего года индекс отрасли увеличился почти на 6,5% по сравнению с прошлым. При этом лидерами продаж стали Алматы, Астана и Восточно-Казахстанская область. К примеру, в Алматы наторговали почти на 2 триллиона тенге. В столице же этот показатель чуть меньше. Он составил порядка 750 миллиардов тенге. Отмечу, что это уже второй год подряд, когда доля двух мегаполисов от общего объема розничной торговли страны зафиксирована на уровне 40%. А вот тройку лидеров замыкает Восточный Казахстан с количеством продаж на 585 миллиардов тенге.